Ребят, 28 ноября 2020 год. И хочу еще раз вот показать этот сорт апельсина. Это сорт Валенсия. В других источниках его называют гибрид апельсина с мандарином. Ну вот, ребят, смотрите, первые апельсины начали собирать с этого дерева в марте этого года. Вот, по факту 9 месяцев спустя, да, мы продолжаем собирать апельсины. Смотрите, какие они красивые. У нас еще, наверное, пол ведра ведро осталось на дереве. И, ну, примерно через пару месяцев уже новый урожай тоже поспеет. Просто, как американцы говорят, must have. Обязательно иметь этот сорт, ребят. В принципе, имея этот одно дерево, вам практически на весь год хватит апельсинов. Это как раз ответ на вопросы под предыдущим видео о моем саде, куда мы деваем, как нам, зачем нам столько много и так далее. Ребята, практически все цитрусы, за исключением некоторых сортов грейпфрута и лаймов, они очень долго держатся на дереве месяцами без изменения вкуса. Все, спасибо за просмотр, бай-бай.